Всем привет! Я не знаю, просто сижу, делать нефиг. Решил, думаю, почему не записать подкаст? Кстати, вот эта картинка у меня еще со стримов на дополнительном канале, на втором канале было, осталось. В общем, что же... Что я хотел сказать? И чего, собственно, жду? Жду я... Что-то сервер там... залагал сильно очень и жду, когда будет рестарт будет через час, там плюс полчаса запуск, все дела, короче, ну грубо говоря, полчаса, вот, в общем, полтора часа у меня есть, как бы думаю, отдохну, короче, немножечко от этого всего дела, этого всего говна. Записал только что спин-офф второй, как говорится, те, кто не в танке, те знают, вот он, второй спин-офф. Да, это моя рабочая папка. Здесь у меня есть абсолютно все. Просто не знаю, что говорить, чем рассказывать. Немножечко, так сказать, отдохну. Сейчас очки надену. Ну так, ой, блин, хамуха, все заляпанные, ну ладно. В общем, рабочая папка. Вот это видео можете не смотреть. Здесь просто тупо папка со скринами. Это единственное, что осталось у меня от моих видосов. Это, ну, на компьютере я имею в виду. Это вот эти вот все скрины. То есть, допустим, 34-й выпуск, да? Опаньки, вот такая была картиночка. Второй сезон. О, электричество, прикольно. Здорово. Чего только здесь нету. Опаньки, трэп-гопник, я помню эту фигню. Теплицы и грядки. Да уж, конечно, у меня не такая уж сильная была теплица. Даже сейчас был огород у меня получше, который стоит у меня на крыше. Но я там ничего не засеял. Пока что ничего не засеял, а я думаю, буду наркобароном и засею там наркобериками, возможно. Может, с тимбери еще засею. Что тут у нас еще? Creativers, да, два выпуска. Disciples, Don't Starve. Чего тут только нет. Metal War Online даже есть. Minecraft, да, вот они тоже. Арты. Вот это вот, это получается заставка готовая. Вот. Я, кстати, хотел такую базу построить. Да, ничего у меня не получилось. Вот. Вот такие вот арты. Арты эти я оставляю чисто просто как память. Как видите, да? То есть везде название одинаковое, а фон разный, потому что у всех вот этот фон одинаковый. Сейчас я также это практикую, если кто не знал. Очень удобная штука. Trio of Savio тоже делал. Прикольная игрушка. Как в натуре. Вот. Это я здесь пытался как-то хоть как-то популярность заработать на вот таких вот красивых названиях и так далее. Ну, это для тех, кто пересматривает мои видосы. Раньше я делал вот так вот. Просто тупо название, одна и та же картинка, просто тупо название менял. И, как видите, я стараюсь всегда делать все в одном и том же. Это потом уже понял, как лучше сделать. Ну, это некрасиво. Одна и та же картинка, просто разное название. Некрасиво. Вот так намного лучше, когда уже есть какая-то картинка, типа, стрельба без отдачи. Кстати, неплохо так популярности на этом видосе заработал. Что-то у нас дальше. Кстати, вот папочка с проклятыми землями. Здесь вот как раз таки видосики все и хранятся. Как видите, уже 7 выпусков сделано. Можете посчитать, сколько это часов. То есть каждый почти по часу. Здесь 20 минут. То есть, ну, в целом, туда-сюда поперекидываем. 6 часов уже геймплея снято, так сказать. Вот, ну и с полчасика примерно беготни вырезано. Ну, в смысле, я это не снимал там, где зачищал и так далее. Вот, например, вот, ящер и циклоп, давайте глянем. Так, запущу. Опять у меня тут колонки включены, оказывается. Я продолжаю играть в проклятые земли, и сегодня у нас уже 7-я серия. Вот такие вот дела. В общем, снимаю, потихоньку снимаю, когда уже все сниму, тогда я буду выкладывать. Пока что снято только Рафус. Дудо, Птир и Рафус Дудо сняты. Вот. Вот, кстати, заготовка.
решил отдохнуть, честно, вот просто. Я даже не знаю, ну, кстати, вот такой фигней страдаю, и как-то время-то идет медленно. Сезон бы снимал бы, уже бы за это время, по ощущениям, может, наверное, минут 15 прошло. Быстро, очень быстро летит время, когда снимаешь серию, когда снимаешь сезон. Очень быстро летит время. Здесь, кстати, вот заготовки. Заготовки для Trio of Saver, видите, да? Здесь заготовки для арка. Допустим, вот компик, лазавр. Это все, что я использовал. Допустим, вот саблезуб. Если мне нужен будет Рекса добавить из арка, я вот добавлю Рекса. Саблезуб, вот, да, пожалуйста. Очень удобно. Пользуюсь я обычным Paint.net'ом. Не думайте. Я пользуюсь обычным Paint.net'ом без лишних заморочек. Там решил немного отдохнуть. Сегодня побомбился немного в чат в игре. Есть все еще люди, которые спрашивают: «Ан, тебе нужно?» Вот, и в целом, как я уже не раз говорил. О, что это бандикам? Здесь, наверное. Всем. А! Ясно. Это мой этот. Мой подкаст. Всем привет. Я не знаю. Просто сижу, делать нефиг. Да, подкаст, подкастик, у кого вы еще такое увидите. Не, да, подкаст в подкасте в подкасте еще далековато, так что пока что так не сработает. В общем, что я еще хотел рассказать? Вот. Коснемся немножечко самого этого. Кстати, я иногда здесь что-нибудь отмечаю интересное для меня. Допустим, вот трейлер для фильма, по фильму точнее, господи, «Стальной алхимик» прикольнуло. Если вам нравится «Стальной алхимик», то посмотрите. Честно, очень вспомнил анимеху, сразу же захотелось даже пересмотреть. Здесь Анизор решил добавить. Ну, вот, также я в группу его добавил, к себе в группу. Вот, также есть вот такая вот группа. Вот такая вот группа есть. Это группа сервера. Здесь есть правила. Правила, вот они правила. Немножко сдвинулись вниз. Вот, хотите, зайдите туда. Хотите, здесь на паузу поставьте, почитайте. Вот, что за правила. Нужно их соблюдать. Осталось, чтобы их еще, так сказать, немножко исполняли. Все наказания за нарушение. Вот так выглядит канал с моей стороны. Это вот мои подписки. Ну и то я просто жар стрима просто так подписался. Сашка Кроп тоже просто так подписался. Ну, я их смотрю на основном канале. Здесь это ему не основной канал, уж вы не подумайте. Это, собственно, канал ютубовский. Здесь чисто все, что касается ютуба, ничего более. Вот, менеджер видео, можно даже зайти, смотреть. Список всех видосов. Вот на стримчик, за который я до сих пор еще борюсь за монетизацию за эти 3 копейки. Господи, прости. Ну, борюсь, хорошо. Ну, как я сделал опровержение и жду, когда мне скажут. Видео содержит. Да твою мать. И здесь. Да я вроде бы там поцелал. Ну и в баню. Говнецкое. 3 копейки. И не хочу заводиться с этим всем. Что у нас здесь? Допустим, могу вот нажать подписчики, да? Увидеть себя, пишите в комментариях. О, вот Антошка. 5 дней назад подписался. Ах ты, говнюк, переподписался. И Ники переподписался. А вот такие вы. Это, наверное, в день стрима, когда был. Вот, в день стрима, когда, наверное, про 300 подписчиков. Ой, про 3000 подписчиков, наверное, тогда переподписывались, чтобы значение поменять. Вот она как, спалил я вас. Здесь у меня комментарии. У меня всегда он открытый. Я захожу, сразу же смотрю. Сначала не был открытый, я открывал. А сейчас решил открыть. Удобно. Быстрее, по крайней мере, все это вижу делом. Вот. Что у нас тут? Хотел вам показать вот эту фигню.
В целом, по сути, это показывать нельзя, может, можно, не знаю. Но люди как показывают, так что вообще пофиг. Суть в том, что с 31 октября 2015 года, тогда у меня, а точнее с 1 октября, можно так сказать, с октября 2015 года у меня появилась партнерка, и с этого момента я заработал 39 долларов 12 центов. Ну, в целом, я это всегда умножаю на 60. Вот, это примерно 2347 рублей 20 копеек. Вот, это насчет того, если кому интересно было, сколько я зарабатываю. На данный момент у меня есть 300 долларов. Тьфу, 300 долларов, вот я мечтатель. 300 рублей. Посмотрел значок долларов. 300 рублей есть. Да, я заработал за, получается, господи, а за что я там заработал, за какой год? Ой, за какой месяц? Вроде за... Да, за март я заработал столько денег. Я богач, да? Вот, а вы еще говорите, чему же мне порой бомбит? Мне бомбит не от того, что там денег нет и так далее. Бомбит это из-за того, что порой просмотров нет. Просмотры все ухудшаются и так далее. И мне это надоедает. У меня даже есть желание просто тупо прекратить снимать. Вот, иногда просматриваю аналитику, но у меня чаще всего просто от этого, вот этих вот значений, которые все ниже, ниже, хуже, 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 все хуже, 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 чем в прошлом месяце и так далее показываются. Мне это начинает не нравиться. Не, от этого только настроение ухудшается. Такие вот дела. Время просмотра. Тактика против Додрекса. О, самый просматриваемый, офигеть по времени. Ну-ка, давайте посмотрим количество просмотров. Самое максимальное у нас количество просмотров. А, черт побери, запустили месяц. Давай запустим за все время, вот за все время существования канала. И откроем занавесу тайны. Кстати, вот это вот период. Вот это вот период. Вот это вот этот долбанный период, это пошел тогда, когда я начал снимать арки, как я понял, как я понял. Самый просматриваемый. Так, количество просмотров. Как приручить Индоминус Рекс, как я уже говорил, самый популярный. Здесь соло приручить Гигу и зачистка боссов. Ну, в общем, как видите, все по арку, время просмотров. Я не знаю, о чем говорить просто. Время просмотров, опять-таки же, как приручить в два раза больше, почти в два раза, чем зачистка боссов. Причем зачистка боссов больше, чем... а где гига? А я тут даже гигу-то не вижу. А вот. А нет, это не он. Даже гиги. А вот он гига. А вот он гига. В общем, зачистка боссов даже получше по времени, в качестве просмотров. Ну, это все фигня. В общем... Такие вот дела. Не знаю, что еще вам показывать. Что я могу вам еще показать? Проклятые земли показал. Ну, здесь всякие разные у меня скрины. Не знаю, может, вам интересно будет. Я не знаю, как бы. Но это, по сути, вот это все скрины, которые я делал уже на протяжении сраного точного времени. Короче, давно уже делал эти скрины. А, ну вот. Май 16 года. Но это Trio of Saver я тогда еще снимал. Прикольная игрушка. Я бы хотел бы в нее поиграть. А вот здесь уже пошел арк. Вот они дрейки. Я все пытался снять, ничего не получилось у меня. Это я просто делать нефиг снимал. Ну прикольный же, да, костюм такой. Еще этот. Шапка. Это сервер, где PvP был. Меня на PvP когда звали. Вот это то ли китайцы, то ли американцы, то ли англичане, не помню. Ну, вот эту базу, они пришли всемиром, они вот эти трайки и так далее. О, трайки, господи, аптеры, вот аргентавис. Они вот их всех, вот эту базу всю построили буквально за несколько часов. И, кстати, смотрите, они везде-везде окна поставили. Я не знаю, что-то как-то где, но прикольно. Это я не помню, что делал. А... вспомнил. Дождался дня и сфоткал нормально. А, здесь я рисовал, чтобы карта в руках была. Точнее, делал скрины. Панзарчик. Тоже стоит, наверное, в панзарчик немного поиграть, отдохнуть уже от этого всего говна.
названием Ark. Надоедает. Надоедает играть постоянно в Ark, потому что устаю. Ну, сейчас разнообразие, да, проклятые земли. Я снимаю, в свободное время снимаю проклятые земли. Вот такие вот дела. Пока что серия следующая после Рафуса не снята еще, даже не знаю, что там будет. Я решил немного отдохнуть. Вот такие вот дела. Кстати, можете написать в комментариях, что охота узнать. Глядишь, следующий подкаст сниму. В ближайшее время даже. Вот. В целом, просто я устал. Не знаю. Стрим, наверное, не будет в субботу стрима, знаете. Я так думаю, наверное, просто выпуск сделаю и все. Не хочу. Не хочу делать стрим. Слушайте, а когда же я выпущу тогда подкаст, когда выпустить? Завтра у меня спин-офф рассчитан. Сейчас вот выйдет. Кстати, запланированное время у меня всегда одно и то же. Это мое время. Минус 4 часа по Москве, если что. Сделайте, то есть вот 16:00 по Москве у меня всегда выходят выпуски. Вот такие вот дела. Я, слушайте, даже не знаю. Завтра будет спин-офф. Ну, возможно, я выпущу и подкаст заодно. Но сильно-то смысловой нагрузки он не будет никакой нести, так что можно будет завтра выпустить. Кстати, удивился, что спин-офф тоже довольно-таки популярен в этом плане. Комментариев много, но все практически о всяком говне, если честно. Ну, нескольких людей забанил, вообще кайф. Как говорится, дебилов забанил, а там хорошо. Вот. 50 кристаллов. Вот. Даже удивился, честно, что будет спин-офф. Посмотрим, сколько будет второй выпуск. Просмотров. Второй выпуск спин-офф будет. Кстати, название у него... Ой, я уже закрыл папочку. Название у него идет именно Elemental Dino. Там я рассказываю про элементалей Тайкенов и Птеров. Именно элементалей, а не Этерналов. Надо будет всех Этерналов, когда притомлю, тоже сниму спин-офф про Этерналов. Ну, собственно, я про это и говорил уже в выпуске. Вот такие вот дела. Не знаю, можно это показывать, нельзя. Но, по сути, это какая разница, господи, здесь никакой смысловой нагрузки-то и нету. Честно, я не знаю, я захожу в какой-то тупик постоянный. Я не хочу снимать Арк, потому что я от него устаю. У меня просто пропадает желание снимать Арк, если честно. Вот сейчас вот у меня... я решил выйти с сервера, потому что эти лаги, еще всякое дерьмо это из чата было. Я решил, что нафиг надо отдохнуть. Больше всего меня вывесило это лаги. На спин-оффе втором вы увидите эти пролаги, провисоны. Порой каждые 10 секунд, секунд по 5. И просто кошмар. Ты только сдвинешься, тебя сразу нас откидывают и все. Это просто жуть. Потом стало полегче. После того, как я записал, но это стало полегче, видать, из-за того, что кто-то перестал что-то делать. Как я понял, там была нагрузка в том, что когда что-то кто-то добывает в большом количестве, то сразу же идет нагрузка на сервер. Ну, опять-таки же, серверу никаких претензий нет, так как и так хост платный, и, как говорится, я к этому вообще никакого значения не имею. Вот, так что, если хотите помочь, чтобы сервер лагал, как говорится, меньше и все в таком духе, то свяжитесь с Тошкой, возможно, чем-то сможете ему помочь в администратировании и так далее, не знаю, если ему нужна помощь, конечно, спросите у него сначала. Вот, Тошку найти легко, Тошка, Антошка, Тошка, Антошка, где-то Тошка. Так, где моя группа? Здесь, кстати, есть друзья мои, именно с основного. Да-да-да, вот прям вижу некоторых, так сказать, не
просто подписчики, а именно друзья, которых я просил в самом начале подписаться на меня, чтобы хоть какое-то количество людей было. Слушай, я тебя Тоха не вижу, блин. Ты где? Нашли себя здесь? Ставьте лайк. Да, о, я себя нашел зато. Блин. Что за фигня? Слушай, мне кажется, я тебя здесь видел. О. Чего я там видел? А, да, пофигу, короче. А, ну-ка, где-нибудь здесь, ну, что-нибудь вообще есть? Нет. Может быть, где-нибудь поотметился. Ну и ладно, короче. Сейчас здесь найдем. В общем, вот он. Антон. Если что, у него спрашивайте. Нужно что? Не нужно что. Ну, я думаю, финансовая помощь точно не помешает на то, чтобы купить нормальный хост. Да, вот у меня, кстати, вот всегда спонсор такой хороший. Ну, я имею в виду там то, что у Тошкина не было написано. В общем, я думаю, от финансов мало кто отказывается, особенно когда эти финансы помогают хоть как-то развитию. Членных СМИ падает. Ладно. О, седатив вот. Хорошо. Надо будет поубивать. Нифига себе, мне седатив-то нужен. Здоровским. В общем, если вы хотите реально помочь по серверу, напишите Тошке. Особенно если вы захотите финансово помочь, напишите Тошке. Я думаю, не откажется от помощи, учитывая, что все-таки содержать хост за свой счет, просто так и делать нефиг, при всем при этом делать то, что он делает, это вполне нормально. Нормально. Так что, ладно. В общем, от вас, от всех, кто смотрит этот подкаст дебильный, я хочу узнать одно. Напишите в комментариях, что хотите узнать, чтобы я рассказал, допустим, что-нибудь. Вот, посмотрим, глядишь, подкасты будут почаще. По крайней мере, я вот посидел, выговорился, немножечко отдохнул, и уже полегче. Да и разрядка формата тоже не повредит. Ну и глядишь, что-то вы узнаете новое. Вот. Ну, кстати, да, Devil May Cry я хочу третий попроходить. Ну, что-то я, когда решил в него поиграть, я на сервере застрял, и все. Я понял, что у меня руки из жопы. И я даже, когда первый раз играл в него, я... На Цербера с второго или с третьего даже раза только завалил. Здесь я уже ничего ему не могу сделать. Я лошара криворукая. Забыл уже, как играть в экшен-игры. Поэтому играю Проклятые земли. Вот такие дела. В общем, все. На этом все. Я думаю, на этом уже стоит закончить. Всем спасибо, кто посмотрел. Также можете написать, что вам понравилось, что не понравилось, что было интересно узнать. Вот, напишите в комментариях, что было вам интересно узнать из всего того, что я показал, что для вас было интересно. Вот. Ну и что еще интересно. Что было интересно и что все-таки интересно еще дополнительно. Вот это вот. Напишите мне, и это будет просто здорово. Глядишь, я второй подкаст выпущу уже на следующей неделе, а может и раньше. Так что все зависит от вас. Если наберется много вопросов, то, соответственно, будет и подкаст сравнительно раньше. Конечно, я сделаю его покороче. Вот, потому что там будет уже конкретно известно, что делать и о чем говорить. Ну а на сегодня все. В общем, всем спасибо за просмотр. В общем, всем спасибо, всем удачи, всем пока. Ну, как говорится, всем счастливо и бобра. Ну и добра тоже. Не повредит. Повредит. Не повредит. Все. Язык заплетается.